Посадить дерево, спаси ребенка. В минувшие выходные оказать посильную помощь юной жительнице Подмосковья мог каждый. Благотворительная акция фонда «Линия жизни» при поддержке правительства Московской области прошла в регионе на площадках 17 лесопитомников. В день акции часть средств, вырученных от продажи растений, перечислялась на счет фонда. Не остался в стороне и Щелковский район. Здесь акция прошла в садовых центрах «Богородский» и «Русский огород». Мы собираем деньги на помощь девочке Оле из Подольска, у которой патология формирования черепа. То есть вся собранная сумма пойдет на операцию этой девочки. Если мы соберем больше денег, то, соответственно, эти средства уже будут перечислены другим подопечным фондом. Группа компании «Русский огород» в принципе уже очень много лет принимает участие в различных благотворительных акциях, и мы сотрудничаем с различными фондами. Надеемся, что сможем помочь собрать сумму не только для Олечки, но и для других деток, которые стоят в очереди на операцию. Благотворительный фонд «Линия жизни» специализируется на сборе средств для лечения детей, которым необходима финансовая поддержка. В самом начале дачного сезона спрос на саженцы в питомниках действительно велик, так что возможностей для сбора нужной суммы было предостаточно. Так, в садовом центре «Русский огород» в рамках акции можно было приобрести хвойные растения 30% от стоимости на счет фонда. Корейская пихта и горная сосна, ель и можжевельник. Чтобы помочь ребенку, нужно приобрести любое из хвойных растений. Например, 30% от покупки вот такого небольшого деревца будут направлены в фонд «Линия жизни». Присоединились к акции как жители Щелковского района, так и других муниципальных образований Подмосковья. После покупки растения каждый участник акции получал на память вот такой сертификат и значок. Я считаю, что таких акций нужно делать очень много, потому что вот мы, простые жители, мы даже иногда не знаем, кому нужна помощь. Да? Когда ты приходишь в магазин, набираешь для своего дома, там покупаешь деревья, вот как вот сейчас в вашем случае эта акция, то мы просто уже сопричастны к тому, что определенная часть от наших покупок пойдет на помощь маленькой девочке. Мы рады, чтобы побольше таких акций проводились, чтобы помогать деткам. Мы сегодня поучаствовали уже, да. Купили два можжевельника. Надеемся, все получится. Можжевельники будут расти, и дети будут здоровее. В результате акции по всей Московской области удалось собрать порядка 1 миллиона рублей, значительно больше суммы, необходимой для операции – 237 тысяч. Однако, по словам представителей фонда, невостребованными эти средства точно не останутся. В Московской области немало юных жителей, которым нужна помощь и поддержка. Сумма будет распределена на лечение для других детей. Александра Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».